расскажи, что это такое? Это электронный пропуск. Как запищал, можно заезжать на территорию. Здравствуйте, господа, здравствуйте, дамы. Всем привет. За что кино? Ну, кино такое обзорное немножко. Поехали за премиксами, мясокостной, рыбной мукой, ракушкой, солью, содой. В общем, путешествие такое километров на 400. По какой причине? Почему? Потому что где-то в каких-то, у каких-то организациях что-то есть, чего-то нет. Приходится кататься. Ну вот сейчас с премиксом загрузились на ООО «Премикс» в Тимашевске. Сейчас будем грузиться тут же в Тимашевске солью, ракушкой, содой и дрожжами. Значит, цены по ценам, да? Ну, цена премиксов практически не изменилась. Цена премиксов практически не изменилась. Чуть-чуть там добавили. А вот цена ракушки, раньше я ее брал по 4 рубля 50 копеек, сейчас она у нас 7,20. Ну, соль и сода практически не изменилась, дрожжи тоже немножко добавилась цена, тоже брал я ее, их по 20 с чем-то рублей, сейчас уже 31,40. То есть цены приятно радуют, приятно радуют. Ну, а без этого никуда. Ну, плюс еще поездка. Дабы не ездить по 10 раз, грузить будем в общей сложности где-то порядка 2 с лишним тонн продукции. Ну, премик сейчас покажем. Тут выдали нам вот сейчас вот такой вот пропуск. Как запищит, можно въезжать на территорию. Вот, грузится это на Фидэксперте в Тимашевске. А премик сейчас покажем, что мы загрузили. Можно.
Наконец добрались домой со всеми прибамбасами. Даже вот светильнички купили задешево. Посмотрим, может быть, курятники пойдут. Значит, что привезли? Привезли премиксы, привезли ракушку, соль, соду, мясокостную, рыбную муку, трикальций, фосфат. Ну, в общем, на хорошую сумму. Примерно где-то, да не примерно, почти что на 100 тысяч рублей. Для чего это делается? Казалось бы, можно бы использовать готовые комбикорма. Ну, во-первых, готовые комбикорма дороже. Во-вторых, как бы нет уверенности в том, что добросовестный производитель положил туда все, что туда нужно положить. А мне, для того, чтобы у меня и у тех людей, которые приобретали у меня инкубационное яйцо или цыплят, нужно, чтобы цыплята, полученные из этого яйца, хоть у меня, хоть у людей, выживали. Поэтому рацион должен быть нормальным. Плюс ко всему еще, можно сказать, что по качеству там рыбной, мясокостной муки, протеин может колебаться, где-то может чего-то не хватать. Смотреть по развитию птицы, по тому, как она несется, можно чего-то добавить, что-то уменьшить, что-то. То есть каким-то образом можно это регулировать в кормах. Вот. Каким образом это делать? В комментариях мне не пишите. А вот если у меня кукурузы нету, что мне делать? Поехать и купить кукурузу. А у меня крупорушки нету, что мне делать? На мясорубке смолоть, если нету. Значит, для этого все и делается, чтобы получить качественное инкубационное яйцо от птицы. Птица сейчас привита, осталось привить пятивалентную вакцину. Ну, это буквально где-то, наверное, недельки через две это будем делать. И все, собственно говоря, уже будем готовиться к яйценосу, к яйцу, к яйценоскости молодой птицы. Пишите комментарии, ставьте дизлайки. Лайки ставьте. Да и дизлайки ставьте, какая разница. Подписывайтесь на канал. Всем привет. До свидания. Всех благ.